Вот вы за границей, вот вы вот эти все там, это не оскорбительно, просто все. Сколько вы задонатили для украинской армии? Вот сколько вы задонатили? Вот ФБК, вот это вот с надеждой на Навального, который сидит несправедливо и которого убивают. Вот его товарищи, которые пишут вот эти блоги, вот это все. Сколько вы за... Что вы реально сделали? Что вы реально сделали для победы украинской армии? Вы организовали демонстрации у российских посольств в этих странах, где вы находитесь, какую-то круглосуточную демонстрацию. Что вы против войны? Что вы за то, чтобы война закончилась? Что вы не просто выясняете отношения и строите умозрительные конструкции, что будет после Путина. После Путина будет Путин, неважно по какой фамилии.